Здорово, дружище, с вами Мавик, играем и... Ходячек, продолжаем. Второй сезончик. Так, что ты хочешь нам сказать? А, здесь вооруженная банда, которая нас хочет. Пока не хочет, они не знают, что мы здесь еще есть. Так, электричество и все такое у вас тут есть? Так, спрячемся. Блин, дом огромный, может здесь кто-то есть? Остальные могут быть где угодно. Давайте сюда. Ну, давай. Кем бы... Так, может быть, поищем остальных? Джонни, следи за этим окном. Но то, что кто-то здесь еще есть, то наверняка женщина сказала, что и девочка есть, и других людей видела. Соответственно, будут искать их. Да никого здесь нет. Да, вот этот подозрительный мужик. Поэтому он и выжил. Потому что никому не доверял и все выискивал, все вынюхивал, все разознавал, узнавал. И ты крашеный. Пряженый. Ух, папа! Папа! Слушай, вопрос будет задан один. Где Ребекка? Сара, посмотри на меня. Все будет хорошо. Ребекка? Ребекка, наш ребенок достоин того, чтобы расти в безопасном месте. Я знаю, что ты где-то там. И Элвин, и Люк, и девочка. Все очень просто. Хотите, чтобы все это быстро закончилось, ведите себя хорошо и покажитесь. Не трогай моего папу, пожалуйста. Он убьет его. Нет, Элвин, надо спуститься. Не могу. Ребекка, ребенок, тебе нужен врач. Нет, где Люк и Кенни? Надо Карлосу помочь. Единственный способ им помочь делать то, что говорит этот человек. А что Люк и Кенни? Глянь на их стволы, начнем стрелять, с обеих сторон погибнут люди. Ах ты ж. Клэм может незаметно пробраться, и что нам будет... Что она сделает? Она... Стой, не трогай моего папу, пожалуйста. Мы спускаемся. Он тебя убьет. Пошел ты, стреляйте в него. Кто-нибудь стреляйте. Мне... Клэм, сходи за подмогой. Он его убьет, Ребекка, нам придется сдаться. Билл, остановись! Ты в порядке? Пошел ты, Билл. В этом нет необходимости. Пожалуйста, отпусти этих людей. Да заткнись ты. Клэм, до моих рук дотянешься? Чтобы пальцы поправить? Все под контролем? Клэм, постараюсь. Кенни? Это был снайперский выстрел. Не двигаться! Я его не вижу. Следи за ними. Ох ты ж, бляха. Нет! Кто-нибудь, сделайте что-нибудь. Это за нашего человека. Я не хотел этого делать, но ты мне выбора не оставил. Значит, поступим вот так. Я приведу еще одного из твоих друзей и пущу ему пулю в затылок.
Или можешь сдаться прямо сейчас, выбирай. Привет, Элвин. Ах ты, ублюдок. Элвин? Блин, нет, скажи ему, пусть прекратит. Кенни, прекрати. Помнишь Джорджа, Элвин? Я, знаешь ли, помню, у тебя был друг по имени Джордж. Я помню, как ты его хладнокровно убил. А почему? Потому что я тебе не нравился? Мог бы жалобу подать, мог бы. Мог бы вести себя цивилизованно. Билл, нет, не делай, что ты хочешь? Можем всю ночь продолжать. Вы этого хотите? Где Люк? Ставил на коне. Так, почему я его не видел? И не удивлен. Я предупреждал за ним идти не надо. И вот куда он вас привел. Но теперь вы в безопасности. Мы возвращаемся домой. Одной семьей. Ладно, соберите их всех. Возвращаемся в лагерь. А зачем их с собой тогда брать? Как пленников держать или как рабов? В следующем эпизоде. Текстуры как-то странно мерцают. Не знаю, мог ли я спасти Уолтера, не знаю, что один из нас не сдался бы, это точно. Знаю, людей задело то, что произошло. Но давайте не забывать, это наши братья и сестры, и всем предстоит сражаться. Короче, важную роль сыграть в обществе. Да, они отбились от стада, но это не значит, что они не могут заслуживать возвращения в наш круг. Я не хочу знать, что мы можем найти в себе силы. Короче, мы не жалеем об этом. Можете принять нашу любовь, и, несомненно, все будет отлично. Так, надвигается буря. Буря-зомби. Зомби-буря. Брэм-бам-бам-бам. Friendship опять. На английском все. Ну, так, почему я не могу сейчас выйти? Вот, теперь я могу выйти. Так, играть. Эпизод 3. На вредном пути. Слушайте, ну второй дом разрешили, это мы проиграли. Ну, давайте начать эпизод. New. Ранее входящих мертвецах. Как ты думаешь, кто это сделал? Подумай, ты Карвер, что будешь делать? Что важнее всего в этом мире? Семья, Клэм. Таких людей, как Мэтью, уже не будет. Ребекка, наш ребенок достоин того, чтобы расти в безопасном месте. Иди ты к черту. Возвращаемся домой. Одной семьей. Чем мы зависли? Увидели бабочку какого-то или мотылька.
Ну же, сдуй его или потрогай. А руки должны быть связаны. Вы там скоро? Ага, секунду. Мы пописали. Спасибо, что со мной пошла. Здесь страшно. Знаю, тебя заставили. Все равно хорошо, что ты пошла. Мне так велели. Думаешь, мне охота тут стоять и слушать, как ты писаешь? Да уж, и все-таки ты могла отказаться. У них есть стволы, вряд ли я могла отказаться. Ну, я закончила. Можем идти. Какой-то глупый диалог, вот эту сцену можно было не вставлять. Прописание. Все нормально прошло, девочки? Трой, свяжи их. Сделаю. Ну, мы уже в дороге, выехали минут 30 назад. Пусть все приготовят. Эмоции могут накалиться. Конец. Конец связи. Если узнаю, что вы тратили топливо на обогреватель, отправлю вас обратно пешком. Не, я себе все отморозил, как ты велел. Слушать чужие разговоры невежливо. Нет, стой! Не бей мою подругу! Не испытывай меня, девочка! Я пройду любое твое испытание. Не стоит мне в глаза смотреть. Оставь ее в покое. Свяжи ее и брось к остальным. Заходи. Ребята, вы как? Чёрт, что он... Что он тебе сделал? Эй! Эпизод 3. Ладно, надо что-то делать. Давайте, у кого-нибудь что-нибудь есть? Острое что-нибудь? Надо эти веревки снять. Эй, Клэм, помоги мне что-нибудь найти, чтобы освободиться. Любой острый предмет, чтобы разрезать. А что толку? Люди, да что с вами такое? Надо отсюда выбираться. Например? В смысле, что? Что-то острое, помочь может что угодно. Блин, хотя бы не знаю, что угодно. Мы находимся в опасной ситуации, с этим надо что-то делать. Угомонись, Кенни. Они все забрали, нужно сохранять ясную голову. Он прав. Ты не знаешь Билла так, как знаем мы. Билл? Все это время его звали Карвер, а теперь, блин, он Билл? О, я понял, в чем дело. Вы все просто домой возвращаетесь, да? Вот что тут происходит. Повтори. Я бы в это не лез, мальчик. Уважаемый, я не мальчик. Да, конечно, а ты же мужчина. Ты не понимаешь, он стал другим. Стал хуже. Блин, о чем ты? Он хочет нас наказать. В каком смысле хуже? Блин, сейчас он просто психопат. У тебя нет ни малейшего представления, о чем ты имеешь дело. О, представление у меня еще на базе сложилось. Я не буду сидеть сложа руки и не допущу, чтобы что-то случилось со всеми нами. Я помочь хочу. Уолтер наверняка оценит твою помощь. Это несправедливо. Ты винишь его за то, что сделал безумец. Я говорю о том, что независимо от намерения, у поспешных действий есть последствия. А он это ошибочно трактует как капитуляцию. Не знаю, что за хрень ты говоришь, я не знаю, что это за бред, надо что-то делать. Кенни, его не урезонишь. О, черт, нашел. Сядь, ты нас всех погубишь. Ты все не понимаешь, о чем говоришь. Нас нахрен посадят в клетку, как куча собак, и все.
Ты этого не знаешь. Ты когда-нибудь был в плену? Кенни прав, надо что-то делать, мы не можем сидеть сложа руки. Почему только ребенок видит, что здесь происходит? Клэм, не вмешивайся в разговор. Неужели? Ладно, теперь другой разговор. За дверью будет Карвер, а с ним еще 10 людей. Ну-ну, деточка, все хорошо, все будет хорошо. В данный момент, пожалуй, Люк наша единственная надежда. Если он собирался что-то делать, то уже сделал бы. Кто знает, с чем он имеет дело, так что угодно может случиться. Я вам скажу, что случилось. Он нас бросил. Ты этого не знаешь. Пусть... Короче, Люк нас бросил. Люк нам поможет. Да, что ты, когда? Когда этот ушлепок нас всех убьет? Эй, Клэм, послушай. Тут рядом. Ладно, начнем. У них есть стволы. А что именно ты собираешься делать? Врежу первому виденному сукину сыну, потом возьму его ствол и перестрелю из него следующего сукиного сына. Да сядь же! Заткнись, док, это уже не тебе решать. Слушай, если что-то случится, выручи, ладно? Не подвергай себя опасности, но любая помощь пригодится. Эй, Клэм, посмотри на меня. Ты же мне доверяешь, а? Кенни, пожалуйста. Просто послушай. Ага, хорошо. Я тебе доверяю. Я сделаю, что смогу. Хорошо. Побаиваться нормально, но сделать это надо. Ладно, все. Кенни, с тобой все в порядке? С ним все в порядке? Думаю, да. Ох, обо что я ударился? Наверное, это к лучшему. Чёртовы тормоза совсем не работают. Ладно, шевелитесь. Эй, чел, а чё ты... Какого? Ты как руки развязал? А ну-ка, иди сюда. Сегодня мы снова видим знакомые лица. Как я понимаю, сейчас некоторые из вас не понимают, почему мы вернулись этих людей, которые от нас сбежали. Кажется, я все понимаю. Может, не все получится сразу, но время залечит эти раны. А до сих пор надо быть с ними... Что? Терпеливыми? Они помогут сделать наш дом лучше. Вы испытываете злость, ненависть, чувство, что вас предали по праву. Все должны помнить, что они сделали, но мы должны найти в себе силы их простить. Посмотри, сколько у них еды. Надеюсь, ты говоришь не то, что я думаю. Как многие из вас уже знают, большое стадо ходячих собирается к югу от нас. Давайте, вы нам нужны. Это может подождать до утра, мы все устали. Они в супермаркете, скорее всего. Он мне нужен, папа. Я не могу, он обо мне позаботится. Он вернется. Когда? Не знаю, но он вернется. Спасибо, Клэм. С новыми рабочими руками, присоединившимися к нам, сегодня, не сомневаюсь, мы продолжим расти. Подходите, никто к забору бил. Мы обязательно сделаем эту общину светом надежды. Спасибо, Бонни. Ага. Чтобы нести свет, яркий свет, достаточно яркий, чтобы осветить весь этот мрак, значит, так и поступим. Лучше отдохните все. Завтра для вас будет нелегкий день. Будете работать изо всех сил. Это для тебя. Да, для кого же еще, чертов Билл? Держит меня на холоде, но хоть спать будет удобно. Привет, ребята. Реджи? Без руки? О, мне так жаль, Что они с тобой сделали? Все могло быть и хуже, поверь. Мне повезло, что я жив. Это я виноват. Нет, это не так. Я бы тебе сказал, если бы это было так. Это случилось гораздо позже, после того, как вы ушли. Реджи нам помог. Когда мы убегали. Ты ему доверяешь? Не знаю. Он хороший, если ты это имеешь в виду. Нет, не это. О, тогда не знаю.
Они меня заставляют работать снаружи, ходячий подкрался ко мне, пока я что-то забивал. К счастью, они быстро отрубили руку, спасли мне жизнь. Это ужасно, а мне очень жаль. Ну, я сам решил помочь вам, ребята. Элвин, Карвер вызывает тебя в офис. Что? Почему? Не усложняй все, для этого нужно слишком... Пожалуйста, пожалуйста. Все нормально, Ребекка, просто постарайся отдохнуть. Если он бы хотел что-то со мной сделать, бы он бы со мной уже все сделал. Все будет в порядке. Посмотрим, чего он хочет. Я не доверяю этому Раджи. Эй, Реджи. Просто если бы укусил Реджи или кто-то из ходячих, ему бы не помогло. А то, что ему отрубили какую-то конечность, так как по сюжету первого уже сезона и начала второго сезона, мы понимаем, что любого человека, которого укусил или там поранил ходячий, он превратится так или иначе, даже если отрубить конечность ходячего, ну, в зомби. Hey, Troy. О, привет, Трой. Не напортачь сейчас, Билл, уже готов выкинуть тебя отсюда. Сделай так, чтобы сегодня ночью тут было тихо и спокойно. Я передам Биллу, что ты... Постарался. Да, можно меня рассчитывать, спасибо, Трой. Это пустяки. Казачок-то засланный. А, верно. Знакомьтесь, мы были с ним, когда... Когда-то здесь давно. Привет, привет. А это Кенни. Здрасте. Привет, а ты кто? У тебя... Все хорошо, тебя никто тут здесь не угнетает, а тебе-то что? Почему этот ребенок так отвратительно себя ведет? Клементина, ее зовут Клементина. Ух ты, а ты крутая девочка. Извини, у нее последние дни были тяжелые. Ничего, уверен, у нее просто стресс сейчас, у всех детей так. Где Карлос? Билл его отправил куда-то. Эй, ладно, хорошо. А как же Пит? Пита застрелили. Может, оставим это на утро? Некоторым придется рано вставать. Кто это? Не знаю. Я не узнаю голос. Без проблем, прости. Ладно, это Майк, он тот еще жлоб, когда устает, но, как я уже говорил, он мне жизнь спас, так что я с этим мирюсь. Билл послал его работать со мной за стеной. Мне очень жаль. Хватит извиняться, это был мой выбор. Кроме того, он сказал, что позволит мне снова быть с группой, когда вас всех поймают, так что я рад, что вы здесь. Я просто шучу. Знаю. Кто она? Кто? Вот та девушка. А, ну да, точно. Ладно, она такая странная, ее обнаружили, когда она кралась вдоль лагеря, вся в кишках. Наверное, лучше на нее не смотреть. Знаю, как это должно выглядеть, но тут не так уж плохо. Реджи, нет, я серьезно, где еще не найдете столько еды, сколько у нас здесь? У нас есть консервы, теперь еще и в теплицах выращиваем свежую еду. Здание становится все безопаснее. Конечно, в основном труд принудительный, но это исключительно ради нас. У нас даже есть рабочие солнечные панели, когда у нас последний раз было электричество, то вы помните? Ну, мы только с лыжной базы. Я тут с вами не меряюсь. Я хочу сказать только, что, ребята, мы тут строим нечто прекрасное, настоящее сообщество. Билл над этим работает. Я совершил ошибки, а он меня простил. Карвер убил моего друга, Уолтера. Ладно, я не знаю, что случилось, но, может, у него были причины? У него одна причина, он псих. Послушай, мне осталось совсем немного, чтобы меня опять приняли в группу. Когда это произойдет, я гораздо больше буду вам помогать, чтобы вам стало комфортнее. Комфортнее? Как себе это представляешь? Просто я не хочу, чтобы все мы испортились. Я могу... Пожалуйста, попытайся просто не создавать проблем. Хотя бы, чтобы они меня впустили. Я, может, помогу вам выбраться. Но нет, нафиг. Не может быть, по крайней мере, утром еще об этом поговорим. Давайте спокойно все это обсудим. Поверить не могу своим ушам. Послушайте, у Билла были на это причины меня убить, чтобы когда я вам помог... Ну, в общем, это был факт. Разумеется, я не знаю, что произошло, пока вас здесь не было. Но я знаю...
Реджи, мне не нужен еще один шанс. Я хочу уйти с семьей, вот и все. Твоя семья безопаснее здесь. Мне нужно присесть. Да, ну же, Сара, может, пойдем поищем, что попить? Да, вода есть у лавочек. Вот и пошло не по плану, хотя уже надо было придумать план. Знаешь, да пошел он. Не думаю, что мы можем ему доверять. Я ему не доверяю. Он себя ведет очень странно. Да, если отрубить часть тела, может и такое случиться. Ты пойди осмотрись. Мы должны знать, что если... есть что-нибудь, что поможет нам сбежать? Ну, и что мне искать? Что-нибудь, что они не хотят, чтобы мы знали. Этот козел Трой ушел. Это наш шанс. Не беспокойся, Реджи, я пойду пока его отвлеку. Так, Реджи дали шанс, но при этом отрубили руку. Давайте все осмотрим, с кем-то поговорим. Давайте поговорим с этим парнем, с Майком. Hello? Привет. Get lost. Отвали. Статуя рыбы. Да, не подходит. Надо со всеми все равно поговорить. Женщина, обмотавшаяся кишками, вдоль лагеря шла. Значит, она знает, как себя обезопасить. Ну, чтобы зомби приняли ее за своих. То есть обмазаться кровью или кишочками обмазаться. Эй. Чё, кусайся? Всё нормально. Я тебя не трону, и ты меня не кусай. Кто-то ещё лежит. Третий. Ну это барак. Это лучше, чем на земле. Нет. На вид шатко. Так, наверху где-то, я не знаю. Что еще можно осмотреть? Кенни! What? I'm just asking. No, it's okay. It's not my real name. Well, my first day in the US, I stopped and got a coffee, and the girl behind the counter asked me my name, so I told her it's Rajiv. Then I just просто забор. Натянуть забор. Можно его натянуть. Эй, Клэм, ну же, не веди себя так. Она ничего плохого не делает, Реджи, просто расслабься. Как я могу расслабиться, если она ходит вокруг и все трогает? А лестница, слушайте, круто. Ай! Еще проволока. Вот, нам бы дотянуться до лестницы. Так, или по веревке забраться, или по лестнице. Да, это мы увидели. Теперь нужно с кем-то обсудить. У нас есть уже информация нужная. Возвращаемся. Ой-ой-ой, бухта. Напоминает мне ювелирный магазин. Ох. Клементина, пожалуйста, я же просил, я не хочу. Эй, какого черта она делает? Нет, ничего, знаешь, дети, они любят не слушать. У тебя было одно дело, Реджи. Это так разочаровывает. Придется рассказать об этом Биллу. Да ладно, пожалуйста. Да ладно, чего ты? Заткни пасть, я тебя не знаю. Пап! Билл об этом всем узнает. Да пошел ты, Реджи. Это у тебя снимет пару баллов. Устраивайся, козел. Баллы? Он пытался помочь, он просто ребенок. Никто с тобой не разговаривает, мадам. Эй, ничего, я индианка.
Everybody get to bed. Всем спать. Бам-бам-бам-бам. Некоторые из этих людей совсем не стремятся уйти. Мы и сами должны решить, как выбраться. Ты готова? У меня что, есть выбор? Конечно. Серьезно? Нет, вообще-то нет. Это тебе придется сделать. Кто тебе? Поспи. Нам она понадобится. Что? Кто она? Какой выбор? Какой-то, блин, диалог, только вырванные фразы. А у меня что, есть выбор? Выбор чего? Что там до этого произошло? Что-то в диалоге что-то проскакивало про выбор чего-то. Блин, ну бред какой-то. Ногой будешь? Ах ты же засранец. Не пинай меня. Это грубо. Вставай, Билл хочет с тобой поговорить. На работу всем вставать. Кушать, кушать, умываться, зубы чистить и... Арбайтон. Ходячий все активнее вокруг забора, помните об этом, когда будете снаружи. Сегодня утром стадо приблизилось, но это еще не значит, что они пойдут на нас. Знаете, что мы внимательно следим за ситуацией. Теперь... Некоторые могут быть обижены на то, что произошло. И как все пошло. Ну, это все в прошлом. Некоторые из вас новенькие в нашем сообществе. Некоторые из вас наши товарищи, сбившиеся с пути. Но знайте, здесь вы найдете искупление, прощение, доказав свою ценность упорным трудом. Да, вчера Реджи оступился, но это не значит, что ему стоит терять надежду. Сегодня будет для него испытанием. Поэтому все пожелаем ему удачи. Как спалось? Так устала. Слушай, потом поговорим, ладно? Да, хорошо, отлично. Я тут подумала, хорошо было. Карлос? Да. Похоже, твоя дочь надо проучить. Извини, я Сара. Извинись перед мистером Карвером. Простите меня, сэр. Нет, так не пойдет. Я не могу допустить такое поведение в первый же день исправления. Сейчас же ее... накажи, Карлос. Ну как я смогу? Достаточно ей хорошенько дать по губам. В следующий раз она подумает дважды, чем раз перед тем, как раскрывать рот. Давай же, подождем. О, но с такой рукой я не уверен, что смогу. Ну, на то тебе и две руки. Карлос, пойдем. И не будь такой слабеньким. Вмажь как следует, иначе... За тебя это сделает Трой. Вряд ли это ты это захочешь. Он может перестараться, так кажется, говорят, да? Если это значит, что я из нее все дерьмо выбил, но это будет так. Это я виноват. Эй, с тобой никто не разговаривает. Если не хочешь, чтобы и тебе перепало, лучше умолкни. Извини, папа, мне очень жаль. Закрой глаза, милая, больно будет совсем недолго. Очки сними, а то сейчас разобьешь. Так, по губам или по щечинам, что не понял? Давай. Прости, Сара, стой. Ты не будешь больше нянчиться с этой девочкой. Пусть посидит и подумает о своем поведении. Трой, отведи Карлоса на его место, все остальные получат задание. Пора за работу. Черт, что ты сам из нее дерьмо выбил тогда, док? Все на работу? Ты будешь работать в оружейной. За мной. Поднимаем груз. Черт, подбери это все. О, черт. Клементина?
Кто это? Одна из новеньких, она была с Карлосом. Сарой и... Уф, Сара, лучше бы она не возвращалась. У нее был трудный период, Бека. И мы тоже. Мы же не в куклы играем. Снаружи? А слушайте, что снаружи? Заходи, Бонни ждет. Где мы будем работать? С чем заниматься? Привет, похоже, день... Ты начнешь со мной. Будем заряжать магазины. Вот так, правильно. Пожалуй, я должна перед тобой извиниться. Я вела себя неискренне, когда столкнулась с вами. Улыжная база. Ко мне отнеслись с такой добротой, какой я не ожидала от группы незнакомых людей. Но погибли люди, и я не могу не чувствовать себя виноватой. Но причинить кому-то вред... Спусковой крючок нажал Карвер. Да, но я, конечно же, ничем не помогла. Я думала, раз всех нашла, то смогу контролировать ситуацию. Обеспечить всем безопасность, но вышло по-другому. Прошу меня извинить. Это мало что значит для тебя. Или малое, что я могу для тебя здесь сделать. Всего лишь извиниться. Но здесь линейная ситуация. А мы же, получается, грубо с ней, ну, не доверяли ей. И так или иначе. Она перед нами типа извиняется. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть не вспоминает обиду или что-то там еще. Линейность идет. Какой бы ты выбор ни сделал здесь. Как прошла первая ночь во дворе? Знаю, там не очень уютно, но здесь безопасно. Было холодно. Ну, у тебя ручки худенькие, да и куртки на тебе нет. Я должна была уйти, когда уходили Люк, Карлос и остальные, я тоже планировала уйти. Когда Люк мне это все предложил, я подумал, что все сошли с ума. Почему же тогда? В смысле, не ушла? Если сказать честно, наверное, я струсила. В оправдание того, что я не пошла, я себе говорила, что проще попытаться что-то исправить, чем начинать заново. Взять эту ситуацию со стадом. Такие вещи и приводят к распаду коллектива. Он за всем следит, но... Что изменилось? Не знаю, я сама пыталась это выяснить. В смысле, кормить и защищать такую большую группу нелегко. Его положение не завидую. Думаю, от такого любой будет напряжение. Я не защищаю его поступки, это... Он Уолтера убил. Теперь только чтобы своих людей защитить. Кенни мог бы... Но он не убил. Билл слишком остро реагировал. Сгоряча остро отреагировал. У Люка были идеи насчет того, что, как все должно быть. Но они противоречили тому, что думал Билл. Столкнулись лбами, потом подключилась Ребекка и стало только хуже. Пожалуй, Люк был прав насчет него. Жаль, что его нет рядом, но... Надеюсь только, что он в безопасности. Эй, Бонни, та девочка там внизу? Мне ее забрать надо? Да, она здесь. Ладно, сейчас приду. Я уверена, все хорошо. О, чуть не забыла. Вот, что? Вот тебе взяла. Куртку? А? Что скажешь? Я ее нашла на лыжной базе. Где вы были? Наверное, это лыжная куртка. Она классная. Мне нравится. Я рада. Мне она показалась хорошенькая, но я не знала, что ты скажешь. Будь осторожна, думаю, найдутся те, кто позавидует такой классной куртке, как у тебя. А вот и где. Что за дурацкая куртка? Тавия? Что? Неважно. Еще увидимся, Клементина. Идем. Ха, вы узнали эту женщину с автоматом? Давай, за мной. Вы узнали ее с автоматом? Ребята, это в конце первого сезона... Мы играли, и эту женщину видели в дополнительной миссии, там 400 дней называлось, или что такое. Она приехала на машине и искала людей пропавших, говорила, мы ищем сообщество, мы всем поможем. Вот, ребята, как бы все в общую картину складывается.
Пробудь здесь минутку, я свяжусь и узнаю, что ты будешь, чем будешь заниматься. Ничего не трогай. Так, виноград, какие-то кукурузы, петрушки. Hey. Эй. Are you okay? Ты в порядке? I know it's... Знаю, it's будет трудно. Папа никогда раньше меня не бил. Даже когда я очень плохо себя вела. Ага, иногда получается контролировать боль, но так болит, нужно... Нужно только тренироваться. Не хочу тренироваться, контролировать боль. Не думаю, что когда-нибудь он это еще раз делает. Спасибо, что пыталась помочь. Не знаю, зачем кому-то быть таким злым, я даже... Когда очень злюсь, не хочу никому делать больно. Ничего не испортим. Да, я понял. Тут всем заправляет Реджи, ясно? Внимательно слушать его. Ага, без проблем, Тави. Ладно, мы должны сделать все как надо. Лагерь на нас рассчитывает. Давайте я покажу, что делать. Это очень просто. О, чтобы ты была в курсе, Билл накричал на меня сегодня утром за то, что вы сделали вчера вечером. Я не злюсь, не прошу, пожалуйста, слушайте меня сегодня. Я с этим человеком просто его боюсь. Возьми эти ножницы. Ладно, значит, мы собираем эти ягоды, ясно? Просто собирайте их и складывайте в корзину, все просто. Если увидите при этом сухие веточки, берите ножницы, обрезайте их и аккуратно складывайте. Это будет как удобрение, ясно? Эй, а с ней все будет в порядке? Потому что то, что случилось внизу, это была хрень полная. Я за ней поприсматриваю и позабочусь. Хорошо, хорошо. Потому что я в этом совсем не специалист. Послушай, Билл на меня зол изо всех сил, то, что вы пытались бежать. Так что давайте, работайте хорошенько. Это было грубо. Больше так не сделаю. Сейчас я возвращаюсь к работе. Это все, что он умеет делать одной рукой. Ну давай же работай. Не подведи нас. Hey. Эй. Here, watch me. Вот, смотри. Да, она просто не умела обращаться никак с этими ножницами. Даже не ножница, как называется. По-другому кто-то инструмент называет для обрезки растений. Это не так уж и трудно. Знаю, просто я боюсь, что сделаю ошибку. Даже если сделаешь, мир не рухнет. Просто работай. Вот черт. О нет. Ты ничего не сделала, Клэм. Заглянул на минутку посмотреть, как работают новые девочки. Реджи? Да, Билл, привет. Какого черта тут случилось? Послушай, Билл, они новенькие, а моя рука, это не так просто. Я просто, у меня одна рука, поэтому... Заткнись нафиг. Надеюсь, ты все объяснишь. Уже вышло. Билл, пожалуйста, просто кажется, ты собирался оправдываться. Сара, она не поняла. Нет, это не из-за тебя. Мы об этом говорили, Реджи, так ведь? Но ты ничего не понял, да? Чего не понял? Я... Девочки, подождите снаружи, Реджи, и... Я поговорим чуток. Чувак останется без второй руки. Спасибо за помощь, девочки. Что такое, Сара?
Are you okay? В порядке? Нет, пожалуйста, Билл, нет. Слабость, некомпетентность, из-за этого мы рискуем жизнью. Такое нельзя терпеть, подумай об этом. В следующий раз, когда тебя о чем-то попросят. Спускайтесь, у Бонни есть для вас работа. Вперед! О, привет. Они хотят, чтобы ты кое-что отнесла рабочим, занятым расширением территории. Все очень просто. Отнеси им все это. Куртка хорошо смотрится, не знаю, что там Тавия говорила. Что случилось? Клэм, у тебя все в порядке? Реджи мертв. Что? Ты о чем? Его Карвер убил. С крыши столкнул. Может, это просто несчастный случай? Послушай, отнеси вот это рабочим и сразу возвращайся. Только будь осторожна, хорошо? Сейчас не время привлекать к себе внимание. Я пойду узнать, что случилось. Эй, Трой, Клэм отнесет рабочим гвозди. Ладно. Иди. Здесь во втором сезоне, сразу заметно, диалогов намного больше стало, чем в первом сезоне, потому что здесь и людей больше стало. Вот сейчас он зомбиком... Эй, это не твоя работа, забота. Отнеси барахло рабочим и иди вдоль кабелей. Как-то здесь все выглядит, ну, не очень, короче... А слушайте, если на себя потянут этот забор, он же упадет в обратную сторону. Не совсем укреплен. Я ни на кого и шачить не буду. Лапу от меня убери, чувак. Ты меня не заставишь на фигне страдать. Я сказал, лапу убери. А не то что, настучишь на меня? Я тебе помочь, идиот, хочу. Да, великая помощь, это ты лучше о себе подумай. Реджи мертв, его Карвер убил. Что? Ты уверена? А ты... Чёрт! Давай ещё дальше. Окей. Ой, бляха, нет. Нажал Q, а не A, ёб твою мать. Давай переиграем. Отдохни, чел. Давай, побежали. Что сможем сделать? О, нам лестница еще пригодится. Мочи их, детка. Это совсем невкусная отвертка. Отпусти ее. Чел. Он еще и смеется. Ничего себе, первый раз узнал, что смеются зомби. Get
Вставай! Давай, вылезай! Теперь еще твою задницу спасаю, господи. О, слава богу, ты цела. Ладно, хватит нюни распускать, быстро возвращайтесь в здание, там тебе точно работенку найдут. Быстро! Я-то что, шутки шучу? А я тут... Короче, не надо с этими уродами нянчиться. Так, заделать эту дыру. Ой, бляха, это кто? А, прекрати, эй! Это же я, Люк? Да, черт, ты от меня кусок откусила. Кажется, ты мне кровь так... Рада тебя видеть. Я волновалась, и остальные тоже. О, боже, я тебя тоже рад видеть. Ладно, слушай, у нас мало времени. Я шел по вашим следам, как... Короче... Надо с кем-то поговорить о том, чтобы вас... Как вас вообще надо отсюда вытянуть? Тут охранники, они за всеми следят? Проблемка этой игры — диалоги опять. Чуть южнее на нас... так, стадо ходячих идет. Карер об этом говорил, он надеется, что оно нас обойдет. Стадо ходячих? Чё, бляха, тут вообще он, на чём, на каком языке он говорит? Я так не пойдёт. Понимаешь, я искал места, чтобы... Нам надо сбежать, ты нормально себя чувствуешь? Нет, нет, в смысле, ага, да, извини, мне поспать, понимаешь, трудно отдыхать, когда понимаешь, что у меня понос идёт изо рта. Ну да, у меня всё в порядке, ясно. Не беспокойся обо мне. Кажется, она опасная. Ну, опасна вся эта ситуация, в которую мы все попали. Что есть, то есть. Нам просто нужен план. Надо как-то забрать тебя и остальных. Люк? Ох, извини, черт, ладно. Слушай, Клэм, мне надо, чтобы ты со мной встретилась завтра примерно в то же время. Рация у тебя есть с собой? Просто одну из раций возьми. Мне нужно иметь с собой сообщать вам о том, что делают охранники. Знаешь, я выясню их график патрулирования повсюду и буду вам наблюдать, сообщать. Окей, хорошо, я достану тебе рацию. Спасибо, Клэм. Я так рад, что могу на тебя рассчитывать. Помни, завтра встречаемся здесь, но... В общем, если все будет нормально, встретимся. Жди, сколько сможешь. Мне очень рация нужна. Скажи всем, что будет все хорошо. Клементина, выходи, я тебя видел. Уходи отсюда. Блин, ну только словесный понос информации дохренища вообще левой. Пустые слова. Ты что тут делала? Я от ходячих пряталась. Туда не ходи, слышишь? Я... Это запретная зона, ты слышала? Со мной Билл связался, хочет с тобой в кабинете поговорить с тобой. Сейчас же, иди. Связался, значит, по рации. Значит, у нас есть где украсть рацию. А если мы знаем, где украсть рацию... А слушайте, а может даже и в кабинете у кого-то украдем в кабинете. И будем красть уже... Ну, красть, доставать, чтобы выжить. В следующей серии с вами был Мавик, не забывай поставить лайкос. И увидимся. Всем пока-пока.